Студия позитивного мышления, Татьяна Салмановна Мактум, Сайфуддин, это я. Наступил 2021 год, сегодня у нас 2 января 2021 года, 18 часов 53 минуты. Я кушаю и читаю мою книжку. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, что фамилия Татьяна Салмановна Мактум. Сайфуддин. Первая часть. На чем мы там остановились в первой части? В первой части я спросила у Василия Врияновича, почему он поздравил меня с Новым годом. Вот. И написала мое имя, как у меня оно раньше писалось в паспорте. Татьяна с мягким знаком. Мягкий знак я. Вот. Но он сказал, что он посылал сообщение через телефон, и в телефоне, знаете, там, наверное, начинаешь набирать что-то такое, и телефон как-то, знаете, я очень не знаю, он сказал, что через телефон, в общем, как-то вот так, вот, в общем, вот так. Это сегодня было. В общем, кушаю. Кушаю, приготовила себе макарошки с соевым мясом, с обивочками, в общем, кушаю, и читаю мою книжку. Смотрите, Facebook частично отключил звук на этом видео. Так что Facebook не очень понравилось, как я это. Ну, в общем, частично отключил звук. Sex Revolution. Я это танцую под этот Sex Revolution. Так что я сейчас эти видео загружу напрямую на мою страницу Фейсбука Татьяна Л, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин на русском, на английском языке. Ну да, вот я такая в этом. Как я сказала, модели Victoria's Secret, они отдыхают. Ну да, там наверху они были сегодня очень тихие. Ну да, наверху они были сегодня очень тихие. Вам это просто показалось. Также Василий Валерьянович сегодня по телефону рассказала, что вот Ромащенко звонил. Так что вот, говорю, позвонил, в общем, как-то неожиданно. С Новым годом, говорю, поздравил. Говорю, так у меня вот получилось, что я заснимала, ну, в общем, там это видео. Так. Когда был звонок, я, конечно, видео включила, видеозапись. И получилось он у меня на новогоднем видео. А так у них там родственники, знаете, родственники где там? В Краснодаре. В Краснодаре. Я просто сейчас вспоминаю. Это бабушкина, сейчас скажу. Моей бабушке, Щегловой Антонины Мартьяновны, вот, были братья и сестры. Так вот, один из братьев
Вот их родственник, тетя Нинин из Гатчины. А Рома Ромащенко ее сын. Так что вот. Ну, такие вот дела. Кстати, знаете, чем эти родственники в Краснодаре? Сапожники, они там сапожники. Так что вот, по сапожному делу. А тетя Нина всю жизнь в аптеке отработала. В аптеке. А в частности в Гатчине. Наверное, это ирония судьбы. Это аптека, в которой работала тетя Нина. Ну, знаете, наверное, аптеки там арендуют помещения. Вот. Вот такие вот дела. В этом же помещении, где работала тетя Нина в аптеке, в этом же, так скажем, на этом же этаже или прямо напротив, торговала детским питанием, то есть открыл такой, наверное, там, как это называется, ну, отдел детского питания, детских товаров, я так понимаю, Антон Александрович Иванов. И как рассказывала тетя Нина моей маме, что там торговала его жена брата Кости. Так что вот. У них родился ребенок. У Антона Александровича Иванова там был этот брат Костя. Так что вот. Он там женился. У них родился ребенок. И вот эта вот жена вот этого Кости работала в этом отделе. Так говорила тетя Нина Ромащенко моей маме, Александре Тамаре Петровне. Это было много лет назад. Ты знаете, какой был год? 1998 примерно год. Вот такие вот дела. Ох, такие восьмиминутные. Ох, 8 минут. 8 минут позитива. Ну да. Статина Салмановна Мактум Сейфуддин. 2021 год.